В этом видео я покажу, как можно готовить блюда на пару, не имея пароварки. Способов на самом деле достаточно много. В самом примитивном варианте вам понадобится просто такой дуршлаг и кастрюля. Вот самая простая конструкция, которую можно сделать, и у вас будет простая пароварка для того, чтобы приготовить все, что нужно на пару. Если нужно что-то более красивое, есть вот такой вкладыш, он стоит буквально копейки, ставится в кастрюлю. То есть сначала наливается водичка сюда на донышко, чтобы успела выкипеть. Сюда ставится вот такая подставка, и на ней все готовится. У многих есть мультиварка, в ней тоже можно готовить на пару. Очень часто вместе с мультиваркой в комплекте вот идут два таких приспособления. Первое – это подставочка на дон, а вторая – это такая пластмассовая корзинка именно для приготовления на пару. Предположим, вы хотите приготовить котлеты. Значит, вам нужна кастрюля, наливаете воду. Маленькая такая хитрость, лайфхак. Для того, чтобы ароматизировать и специями были вкусно приправить любое блюдо, я прямо вот в воду добавляю специи, которые мне нравятся. Здесь анис, горошек и две звездочки такие. Этого достаточно. Это работает так. Вот сюда вкладыш, водичка не достает. Будет готовиться все на пару. И выкладываю сюда то, что нужно приготовить. Или продукты, или полуфабрикаты. У меня здесь почти готовые котлетки. И накрываю крышкой. На среднюю температуру и 15 минут. 15-20 минут в зависимости от температуры, на которой вы готовите. Все варится само. Можно заниматься своими делами.